Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка Дэн, Картопля, Пингвинус, Кис, Уга-Буга, Дарт Вейдер, пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, братья. Здравствуйте. Всем привет. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет, тусики. Ребята, смотрите, какая у нас сегодня классная карта. Это остров, где пацаны должны защитить бомбу. Первый раунд будем на большом острове, следующий раунд будет у нас поменьше. Если 5 кошек, приятного аппетита, а мы начинаем все взрывать, веселиться и поднимать вам настроение. Погнали. Так, ну что, пацаны, я резко сейчас забегу и буду вас смотреть. Ты дурак, что ли? Убивайте. Ай! Ну не... Ты зачем его убил? Так, как бы надо натренироваться. Так, вот я прыгаю. Оп! Отлично. Где это было? Ай! Так, я уже ближе, смотрите, я уже дверь даже открыл. Это означает то, что сейчас я уже смогу на пацанов напасть. И это будет очень жестко. О, привет, жертва аборта. Дима, а ты через террасу не заходишь же? Там тебе ты не можешь вылезти? Все, я большой. А как? Вот так вот, ребята! Я теперь гигантский. Пацаны, просто не стреляйте по бомбе. Реально, лучше не стреляйте. Если он будет возле бомбы и ничего не делать, просто ждите. А если она сама взорвется как-то образом? Если ты толкнешь... О, слушай, слушай. Ну я понял. Ну бомба активировалась. Стой, не бери ничего физгана, пожалуйста. Нечестно. Аккуратно. Чембер. Так, я нажимаю Е и удар. Не работает. Честно, ты невидимый. Аккуратно. Ай, да блин, больно хвост! Вы мне хвост простри... Да это нормально. Да зачем у вас больные пули? Да не. А, еще чуть-чуть, 140 жизней осталось. Вот это, смотрите, сколько они всадили пуль. Это за пару секунд. Вы что, неадекватные, что ли? Да мы адекватные, это ты такой. Так, смотрите, вот я подбежал, да? Переберу вот так чуть-чуть. Понятно. Зачем? Раунд номер 2. Теперь всего один вход, но остров при этом очень маленький. А сейчас свет потушили, зачем? Тихо, через окно зайти. Ай! Хорош! Ты как это сделал, прострел? Хорош! А в горизонте, видишь, не отображается, когда прострел идет. А он может читер? Он какую-то команду вел, что он меня увидел? Да, конечно. Блин, нет, меня убил! Есть, пацаны. Отлично. Блин. И Тучка, как тебе будет съеденным? Это, ну, нормально? Это потому больно вообще, ты, скажи? Потому что ты лох. А, ты вот так, ты со мной заговорил? Хорошо. Все, ожидаем его. Пацаны, как вы думаете, я вас быстро убью всех? А кто ж тебя знает? А. На крыше. Как вы это сделали? Понятно. Читер. Это вы, читеры, через стенку меня простреливаете. А вот и бомба. А вот и бомба. Нет, там нет бомбы. Тебе кажется, Дим. Аккуратно. Честно. Попали по бомбе, я прям видел. Я видел, как вы в нее стрельнули. Зачем я по бомбе? Ребят, давайте я просто покажу, насколько эта бомба мощнее, чем обычно, которую мы взрываем. Она просто на всю карту. Раунд номер 3. Никаких зданий, просто бомба стоит в открытой местности. И при этом остров манюсенький. Я теперь буду резко выныривать и мочить всех. Ай! А что, видно прям сильно хорошо, да? Да, да, видно, как ты плывешь. А это ты зря делаешь, дружище, я сейчас тебя... Все хорош. Ну придется сейчас тебя в кишки запрыгнуть, понимаешь? Ай. Хорош. Да нифига себе, как мне в блокаду пройти-то? Да что вы, как ты, с кем ты? Ай. Хорош, хорош. А Дэн, ты можешь, ну как бы, ну не надо. Ого, я улетел в небытие. Стойте, ну вас нафиг. Ты что, засал? Да как оно так глубоко бьется? Так, а вот теперь и Тучка, последние твои слова. Ты что, меня вселился? Да. Он вряд. Хорош. Вот он бегает. Нет! Я успел.
Блин, да я не успел, что ли, никак-то? Да ё-моё, ну это как бы честно вроде или никак не честно? Да и да блин, да вы реально очень хорошо играете, базара нет. Базара нет, четко. Опа-па, ну что, пацаны? Кто из вас? Кто, кто? Ты. Отчитываю 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Кто же? 0. Врет. Меня! Меня убил! Есть! Блин, и тучка! Я вас отвлек маневр, чтобы вы думали, кто из вас кто. На самом деле, я в это время подкрался и убил тебя! Фу, блин, я тебя ненавижу. Класс. Так. Бомба активировалась. Так, ну что? Давайте будем делать теперь какие-то плохие поступки. Например, да. Бомбу толкать. Умри. А если... Да не, ну они меня сразу убьют, если я только возражусь. Да. Мгновенно. Просто 200 хп осталось. За секунду! А это все виноват кто? И тучка. Значит, что Дима, надо сделать? Это Дима виноват. Надо резко выскочить и убить его. Себя убей. Чего ты так на меня злишься? А чего ты так я злюся? Вон он. Я на крыше вообще, пацаны. Смотри, где я. Ля-ля-ля-ля-ля. Ай. Ты че его убил? Хватит. Классяк. Ну все, давайте, короче, шутки прочь. Да. Не стрелять, не стрелять. Есть, вы взорвали бомбу, есть. Нет, ладно, я это же его. Это была тучка. Это моя ошибка, извиняюсь. Не, да. Ну стрельнул, было, согласись, было? Я, да, ты просто начал подниматься, я стрельнул по тебе, но оказывается, по-моему. Вот это моща, ребята, тоже одна из самых мощных бомб. Раунд номер 3. И пацаны сами захотели, чтобы это был остров, самый далекий на всей карте, и гигантская бомба. Офигенно сделана, очень глубокая. Хорош. Так речка глубокая. А как вы видите, у вас щиты? Смотри. Просто в решето. Ладно, Дим, я удачу. Смотри, я даже не успеваю возродиться, они меня уже хотят убить. Извиняюсь. Я извиняюсь опять. Как вы так видите? Оно же плохо видно в воде. Да не, нормально. И тучка. Пацаны, берите базуку, если что, будьте возле меня. Хоть кто-нибудь. Ну и тучка, ну скажи свои последние слова. Дэн, возьми базуку. Да ё-моё, да как? Всё. Так мгновенно растерзали. Меня, Дэна. Нет, блин. Я убил Дэна, всё, нормально. Всё? Да, не успел я. Сзади спавнится. В кого-то? Есть! Есть! А вот теперь, пацаны, я сделаю еще красивее, чем я хотел. Опа-па. Да дайте же улететь, ну что вы. Ну не дадим, ну девочка. А ну-ка, слушайте. Это понятно, что так сделал. А кто положил скелета? Смотрите, на бомбе скелет лежит. Это охраняет он ее? Да. А сундучок никогда нельзя открыть? Да он... А что там вообще лежит? Там остров сокровищ. Ого! Вы что? А как? Это ловушка! Забираем! А, у меня оно тэпает. Копия Гаррис Мода, вот. Извини. Тихо. Ну вот пусть он сейчас уйдет, тварь эта. А че ты, тучка? Ну ты же... Вообще не стреляйте, когда он рядом. Пусть он убивает, но не стреляйте. Тихо, он сейчас... Все. Бомба покатилась, пацаны. Ловите ее, ловите. А что я так... А что я так... Есть! Кстати, Дэн виноват. Это Дима, все. Вот это увалило. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Это мощно. Всем пока.